Привет всем, ребята! Я очень рад, что мы снова вместе с вами. И сегодня мы продолжим изучать алфавит. И будем вместе с Пеппой лепить букву В. Поэтому оставайтесь на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ну что ж, Пеппа, будем лепить букву В. Да, Джордж, давай. Джордж, что, Пеппа, а как ты думаешь, с чего состоит буква В? Хе, я знаю, хе-хе-хе, конечно знаю. Буква В, ребята, состоит из трех колбасок. А почему трех, Джордж? А сейчас это ты все увидишь. То есть мы берем колбаску номер один, колбаску номер два и колбаску номер три. Вот видишь, Пеппа, три колбаски. Да, вот три колбаски. И сейчас, ребята, вот я здесь, мы будем их соединять. Так что оставайтесь вместе с нами. Вот у нас получилась такая буковка В. С чего она состоит? Кроме трех колбасок, буква В состоит из большой палочки и двух закругленных вверху и внизу палочек. Вот если мы все это соединим, тогда получим букву В. Джордж, а какие ты знаешь слова на букву В? Ну, я знаю такое страшное слово «волк». Фу. Ребята знают, что такое волк. Ну, волк, он бывает и злым, и добрым. Даже можно сказать больше добрым. А я, Джордж, знаю вкусное слово на букву В. Ватрушка. Хе-хе. Это такая булочка. Вкусная, вкусная. А я еще знаю страшное слово, Пеппа. Высота. Я вот не люблю высоту. И когда высоко, мне страшно. Но не бойся, Джордж. Ребята нас всегда спасут и помогут. А вы, ребята, в своих комментариях пишите, какие слова вы знаете на букву В. До скорых встреч! Пока! Пока!